В отделе сельского хозяйства Управления по производству потребительских товаров АО «Алмалыкский ГМК» ведутся работы в аграрной отрасли, ставшей ведущей силой в экономическом потенциале нашей страны. Из года в год показывают значительные результаты трудолюбивые сотрудники комбината, старательно трудящиеся во исполнении государственной продовольственной программы. Несмотря на жаркие дни, работники заняты посевом картофеля на полях. В этих посевных работах задействованы более 100 рабочих в составе 9 бригад. Ожидается, что с одного гектара земли будет собрано 20-25 тонн. Также на 50 гектарах земли засеяны семена европейского лука «Пантера F1». Сбор урожая ожидается в августе. Стоит отметить, что в целях обеспечения занятости молодых граждан им была предоставлена территория под посадку 150 гектаров кукурузы. Как рассказала председатель профсоюзного комитета УППТ Шахноза Халбаева, сотрудниками произведен сбор более 1300 тонн пшеницы, 300 тонн ячменя, 25 тысяч штук прессованной люцерны и 20 тысяч штук соломы. Урожай отправлен на создание кормовой базы на молочно-товарную ферму Управления по производству потребительских товаров, которая обеспечивает дошкольные образовательные организации, а также подразделение комбината молочной и мясной продукции. На нашей молочно-товарной ферме на сегодняшний день поголовье КРС крупнорогатого скота составляет 780 голов, из них коров 407 голов и молодняка 373 головы. В сутки у нас надаиваем 5800, 6000 литров молока. Первый процесс у нас идет пастеризация молока. После пастеризации по заявкам так у нас распределяют молоко и молочные продукты. В первую очередь каждый день мы отправляем только в детсады тонна 300, тонна 400 молока для детишек. Кроме этого, по их заявкам готовим творог, каймак, простоквашу. Также для магазинов АГМК у нас было запланировано с начала года по сей день 1 012 000 литров молока по плану. Но на сегодняшний день мы перевыполнили план на 7 и надоили общий 1 091 000 литров молока. Это на 79 тысяч литров больше. Что касается бычков, мы выращиваем на мясо и снабжаем детсады. И кроме этого, по праздникам, по потребности раздаем для сотрудников комбината. В заключение следует отметить, что работники комбината днем и ночью трудятся на полях, уделяя внимание повышению урожайности, внося свой вклад в обеспечение качественно выращенной продукции. В преддверии Дня независимости нашей страны работникам комбината бесплатно будет выдаваться собранный урожай.